Почти на 3,5% подорожали самые значимые продукты в Свердловской области за прошлый год. Больше всего подскочили в цене пшено, капуста, сахар и яйца. Средняя цена на пшенку к концу декабря 2018 года составила 67 рублей 33 копейки за килограмм. Было 41 рубль. 24 рубля 61 копейку стоит свежая белокочанная капуста. Было 17 рублей. Отмечено повышение цен на сахар. Килограмм в среднем стоит 46 рублей 38 копеек. Яйца прибавили в цене более чем на 13%, до 67 рублей 30 копеек. На 10% выросла стоимость замороженной курицы. Снижение цен зарегистрировано на гречку, сливочное и подсолнечное масло. Некоторые виды овощей и фруктов также стали менее доступны.